такое. Весело, всем весело. Шампанское разливают, вот эти. Не холодно им там, да? Сегодня решили погулять по вечернему городу. Такая у нас новогодняя атмосфера в Запорожье сегодня. Сегодня 1 января. Вот у нас такая надпись, 2019 год. Это бульвар Шевченко. Вот наш проспект. Сейчас мы с вами прогуляемся по самым красивым местам. Сегодня, кстати, так холодно, минус 5 градусов у нас. Немножечко снежка, так, для новогоднего настроения. Вот только 6 вечера, начало 7. Ах, руки замерзают. Долго так не походишь. Вот такая лавочка примирения у нас есть на бульваре Шевченко. Так сел и друг к другу раз и притянула. Правда, холодно сейчас сидеть. У нас новогодний шар 19 года огромный, там можно постоять внутри даже. А вот и елочка светится вся нарядная. Это у нас улица Маяковского, и здесь вот такая елочка. Побольше людей гуляют. Здесь, смотрите, есть домики, в которых можно купить вкусное что-то, даже шашлычки есть, разная выпечка, глинтвейн, конечно же, как без него. Вот. И люди отмечают, вот, на лошадках катают. Бедная лошадка, им, наверное, очень холодно. Елочка красивая. Люди с бенгальскими огнями. Вата. Я не люблю вату. Мне кажется, она такая липкая. Вот наш вечерний город. Олени, ангелочек. Дед Мороз, кстати, сейчас поближе посмотрим. С бородой. Снеговички. Да, здесь на Маяковского обычно продают картины разные. Всегда можно что-то выбрать для себя красивое. А впереди домик Святого Николая. Такой домик. Сейчас у Святого Николая выходной, да? Да. Отдыхает. Это уже до следующего года Святой Николай. Ну да, да. Нет, что-то чуть мороз принимает. Где он? Ну, днем. А, днем. Вечером он отдыхает. Ну да. Видите, какое движение, да? На машинках катается в такую холодину. Хорошо, что вот эти вот украшенные елки находятся близко друг к другу, рядом, в принципе. Мы вот на одной побывали, на бульваре Шевченко, теперь на Маяковской, а сейчас еще на фестивальный сходим, тоже рядышком. А вот она, фестивальная елочка. Мне кажется, самая красивая в этом году, да? Ну, самая, да, высокая. И высокая. Вот, и кстати, она считается одна из самых высоких в Украине, насколько я знаю. По-моему, она... Это было в том году. Нет, в этом году я читала новости. Да, да. Где красиво украшено так. Ой, видишь,
Вот, центральная площадь есть центральная, тут и развлечения, да, различные. Да. Качели, карусели, он красочный. Тут как только в такую холодину кататься на этих лебедях, он, блядь, он впереди. Да, дети катаются, и взрослые катаются. Да. Тут сцена у нас, видите? Выступления были. О, собака гуляет тоже на Новый год. Всякие штуки светящиеся продают. Видите, как красивая арка у нас с часами. Уже без 10:07. А это у нас здание обладминистрации, да, такая подсветка красивая. Карета, лошади впереди катают. Люди все фотографируются. Очень красивая елочка в этом году, прям просто класс. Мне так нравятся такие шарики, они такие прям волшебные. Смотрите, как классно переливаются. Когда-то на площади фестивальной, когда мы были детьми, мы часто собирались здесь. Тут устраивали дискотеки, включали музыку, и было очень весело нам. Вон щелкунчик, игрушка. Кстати, игрушки на эту елку собирались с разных школ, и дети приносили и своими руками делали игрушки для этой елки. Даже видно, видите? Вот на них подписано даже. Вот такая вот елочная игрушка. Вот и щелкунчик такой. Такие огромные шары на ней. Так вблизи хорошо видно. Конфеты. Вот, и здесь видно своими руками сделано, вот видите, веночки разные, даже свинка вот такая вот, забавная сделана еще вот так. Красивые очень игрушки, вот фонарик такой. А тут, видишь, фонтан, как все позамерзало, на коньках можно кататься. Вон лебеди впереди, это для самых маленьких. Автодром даже есть. Ой, бьются все.